Сниму сейчас небольшой обзор на отель. Большой очень отель. Это внутренний дворик. Вон там велосипеды стоят. Сейчас приближу. Я тут уже полежал. Одеяло. Все очень мягкое. Кстати, одеяло очень теплое. Убирается здесь каждый день. Ну, вот такой вот небольшой номер, теплый. Шума нет. Вот здесь можно разместиться. Вешалки есть. Вот так вот выглядит туалет. Ну, сделано красиво все. Душ. Хороший душ, теплый. Это шампунь, это мыло. Вот такое вот зеркало большое, есть фен, полотенце. Вот еще мыло, зеркало, оно приближает, увеличивает переключатели какие-то, раковина, стаканчики. Такой вот отель. Ну, не обращайте внимания на это, тут все помятое, да, но решил снять это видео перед самым отъездом. Мне буквально через час-полтора выезжаю. Надо было, наверное, заснять, когда было все убрано, но такая вот обстановочка. Тут вот немецкое «Доброе утро» на всех каналах. Что тут объясняет температуру. В Берлине все цветет. Правда, вот эти дни, что я здесь был, этот шел сильный дождь. Так, сейчас покажу вам. Тоже интересный момент. Вот смотрите, карточка. Как заходишь, нужно ставить вот эту карточку. И тогда включается свет везде здесь. Если карточку вытащить, то буквально через пару минут свет погаснет. И потом свет включить нельзя будет. Вот такая вот... Не знаю, для чего это сделано, но сделано. И потом вот тут необычный замок. Вот если сейчас нажать на кнопку, загорится зеленый огонек. Это значит, дверь открыта, замок открыт. Вот смотрите, открыто. Еще раз нажимаю. Красный означает все.
замок, дверь на щеколде. Глазок есть, можно подглядеть. Ну, уже непосредственно буду уезжать, когда этот сниму в коридоре, в лифте. Да, еще здесь очень удобное большое зеркало. Светильники включаются таким вот образом. Вот этой кнопкой включаются все светильники разом. Здесь вон, подсветка. А еще сейчас вам покажу. Смотрите, какие шторы. Очень плотные. Вон, такие вот гардины здесь тоже интересные. Опа. И тут становится прям темно. Если свет выключить. Вот тоже вот обратите внимание, видите, как сделано. Красиво. Вот такие вот шторы красивые. Ладно, сейчас откроем. На небе практически не облачко. Ну вот. Еще хочу показать. Для тех, кто хочет делать пол в квартире или в доме и не может определиться, вот вполне неплохой вид паркета. Красиво сделан. Вот такая вот разделение идет. Плитка, паркет. И вот у них здесь все углы отделаны таким вот силиконом. Аккуратненько очень сделано. Не знаю, как у них так получилось, но очень аккуратно. А, и вот для знатоков, как думаете, что это такое? Это небольшие целлофановые мешочки. Вот смотрите, вытаскиваем их. Оп, и вот такой вот мешочек. Ох, пара мешочков. Ну ладно. Не знаю, для чего они, но... В общем, для чего-то они. Сейчас выбросим. Они нам не нужны, эти мешочки. Столешница неплохая. Раковина. Все удобно. Ну все, пора собираться. Вытаскиваем карточку. Дверь. Так. Повесим сюда. Уборка номеров. Мой номер. Ну все, поехали. Буква Е означает ресепшн. Интрешос.